В Омске может значительно подорожать такси. С 12.00 31 декабря до 18.00 1 января рост повышающего коэффициента сами перевозчики прогнозируют до 3,5 раз. При этом отмечают, что значимого разбега в ценовой политике разных компаний не будет. Обычный коэффициент в будни немногим превышает единицу. Так, например, если поездка стоит 200 рублей, то с ночным коэффициентом 1,4 клиент заплатит 280 рублей. Но в период новогодних праздников суммы увеличиваются. Некоторые перевозчики заявляют о двукратном росте тарифа. Судя по опыту прошлых лет, подорожание стоит ждать уже в предпраздничные дни. Особенно, если маршрут лежит к центру города. Спрос в эти направления традиционно растет с приближением Нового года.